День рождения Ковылкинский район отметил ярко и с размахом. Первыми ковылкинцев поздравили местные артисты. Они подготовили большую концертную программу. Сегодня праздник у девчат, и у ребят тоже. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Район – это прежде всего его люди. Сейчас на Ковылкинской земле проживает около 35 тысяч человек. От лица Артема Сдунова их поздравил первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Мордовии Игорь Датков. Уважаемые жители Ковылкинского района, сердечно поздравляю вас с 96-летием района и 64-й годовщиной со дня образования города Ковылкино. Сегодняшние успехи района – плод самоотверженного труда многих поколений ковылкинцев. Вы по праву гордитесь своей историей, традицией, крепкими трудовыми династиями и земляками, которые своими успехами прославляют республику. Ковылкинскому району действительно есть чем гордиться. Среди его выдающихся уроженцев – художник Федот Сычков, певец Иван Скопцов, герой Советского Союза Александр Котов и другие замечательные люди. Они навсегда вписали себя в летопись района и всей страны. Сегодня их дело продолжают современники – врачи и педагоги, труженики агропрома и промышленности, деятели культуры и военнослужащие. За вклад в развитие Мордовии и России они получили высокие награды. Завершилось торжество масштабным выступлением ковылкинских, саранских и московских артистов. Праздник продолжался до позднего вечера. Ирина Радайкина, Максим Бекеев. Народные новости. Ковылкинский район.